It is a world of darkness. The sin of Cain has spawned the cursed horror that stalks the night in search of living blood. The Kindred have long been a secret influence through all ages of human history, plotting against each other in a never-ending jihad. Their immortal progeny are among us to this day, hidden from the eyes of humanity by an elaborate masquerade. Всем привет, с вами Элис фон Блэк, и мы продолжаем проходить Vampire the Masquerade Redemption. Зависаю каждый раз на этом слове Redemption. В прошлой серии было весело. Нас завалили катсценками. Ну и нашего Кристофа обратили и отдали в попечительство какому-то мужику. Ну, собственно говоря, он там признавался в любви какой-то бабе, защищал улицы от нечисти, короче. Ну и сейчас у него, скажем так, не особо лучшие времена, его обратили в Бруджу. Бруджа, блядь! Терпеть не могу это. Бруджа. Наверное, этот спор не утихнет никогда. По поводу того, как правильно произносить Бруджа или Бруха. Конечно, я понимаю, что эта игра вышла куда раньше, чем... Ну, на 4 года, чем Bloodlines. Но Джек, просто, я не знаю, по слогам чуть ли не произносит то, что Бруха! Как Джек научил, так и будем. В прошлой серии я вас познакомил с читами. Но, скорее всего, в этой игре, раз на то дело пошло, буду применять только один чит. Так. И так, питание. Надо разобраться, в чем здесь прикол. Кровавая сила. Быстрота. Стремительность. Увеличивает силу. Ми-ми-ми. Могу потрепаться. О, забыла кое-что. Сейчас, погодите. Во, короче. Я тут, короче, кое-что переделала. Сейчас мне должно в диалоге обрезать головы. Надо поговорить, попробовать. Хотя вряд ли она сейчас нам что-то скажет умное. Лучше слушайся меня. Что произошло? Запомни свои ошибки. Ну, чуть-чуть дообрезала. Ну, ладно. Этот чел нам мешает только, по-моему. Придите через мост Джудит и войдите в монастырь на Петрин Хилл. Найдите фрагмент ноты и принесите его Екатерине. Ты чё? Убежище в университете. А мы ведь там были. А Петрин Хилл это... Это у чёрта на рогах. Короче, прямо. Там через мост. Короче, через мост. Екатерина ученый, а не воин. Она держит своих птенцов в гнезде и обучает их всем наукам вампиров до тех пор, пока не приходит гиена. И никогда не сбрасывает их вниз, чтобы испытать их крылья. Но я не могу тратить время на обсуждение мудрости Кайнит. Мне нужен только палаш и сладковатый привкус крови моих врагов. Это вся моя мудрость. И я думаю, мы с тобой поладим. Надейся. Я тебе не дружок, кровопийца. Я нападаю только на тех, кто заслужил моей стали.
Я не жажду крови. Руха типичный. Ты будешь питаться кровью, в противном случае ты просто умрешь. Но чтобы насытиться, тебе не обязательно убивать жертву. Просто выпей столько крови, сколько тебе нужно. Пусть твои жертвы живут, так как если ты станешь убивать их, то ты нарушишь эту этику прометеанов. Все это касается зверя. Зверя? Зверя, который родился из греха Каина в твоей груди, Кристоф. Не выпускай вот его. Жестокость может разбудить этого зверя. Пока вот он будет вот контролировать обучение, тебя, скажем так, он будет контролировать многих из рода Атры. Я не знаю, как это назвать. В этой игре, то так ни хрена не понятно. Так это зверь свел их с ума? Нет, сумасшедших вампиров называют малкавианами. Если ты встретишься с одним из них, Бог тебе поможет. Если тебе понадобится его помощь, Бог ничем не сможет тебе помочь. Зверь — это не просто безумие. Это значит, что тобой овладел демон по проклятию Каина. Мы, прометеаны, просто странники на земле зверя. Но мы еще не слишком далеко отошли от пути человечества. Благодаря милосердию мы избегаем участи оказаться в пасти зверя. Не забывай об этом, иначе ты погибнешь. Леди. Мне вот интересно, а если нас увидят, то на нас будут нападать или нет? Нас же, по идее, знают. Здание не изменилось. А сейчас мы это и проверим. Ты будешь жить вечно, если подставишь свою плоть под лучи солнца. Солнце — это смерть для всех нас. Каждый день мы должны скрываться в своем убежище под университетом. А у вас тут смена сука... Смена сука. Смена суток, как в Варкрафте, что ли? А есть здесь какой-то индикатор? Ну, тибочечка. Бесполезная. Не нападает. Нормально. Это чё? Ворота Гарамбон. Пам-пам-пам. Вообще нам надо в магаз. То, чего я в прошлый раз не сделала. Мне вот интересно, здесь тоже работают типа того, что на людях не пить? Или здесь можно жрать кого попало? Где попало? Я ищу кузницу просто, не обращайте внимания на это. Ворота. Просто хочу попробовать попить. Эй! Дверь просыпается. Бля. Скажите мне, а как тут пить теперь? Так что? Дойдет. Нет, наверное. Я проснулся. А, то есть теперь мы управляем только вот этим чуваком, да? Слушайте, так у него бутылки с кровью есть. Бутылка жизни. Кто идет? Какую-то веселую бойню начала тут. Да ну тебя. Да ну тебя. Добей его, я хочу, короче. Все члены избранного круга мертвы. Давайте. Я проснулся. А второй? Я проснулся. Там я понимаю, что ты проснулся. Я поднялся. Я поднялся. Нормально. Окей, прошарили, короче, систему, но как пить, я так и не понял. Усасывает кровь из выбранной жертвы. Шикарно. А как ее выбрать? Короче, впадает в оцепенение.
монастырь закрыт. Закрыто, закрыто. Гостиница каких-то оленей. Смотрите, это крестоносец, убийца демонов, который очистил шахты. Поднимите свои шляпы и поприветствуйте его за Кристофа. Напарник во мне. О, шикарно. Почему я не могу себе что-то продать? Что он творит, скажите? Ладно, к оленям зря зашли. Где тут кузница? Кузницу же можно продавать. Я не знаю, как здесь пить. А-а-а! Так, что ли? Нет, что, серьезно? Погоди. Да нет, не серьезно. Погоди. Так? Нет? А как? Блин! Я так не играю! Как тут пьют? Блин, дерьмо. О! Колокола Праги звонят твою честь, Кристоф. Весь город восхищается твоей работой. А ты че не спишь-то? И я тоже. Ага. А теперь понеслась. Слушай, Сунечка, какой кинжал. Крыс продавать не могу. Это я могу как-то одеть. Ясно. Потом разберемся. Окей. Мы заключили сделку, поэтому он на меня рассчитывает. Что он? Шикарно, я могу это надеть. Ну, Заебцова, чё? Ладно, продали. Кое-чё. Мы идем сюда. Мне нужны ворота к мосту. Это вряд ли здесь. А, слушайте, я крысу могу использовать точно. Как ее использовать? А что? Ясно.
пока не разберусь, как тут питаться, будем жрать крыс. Так что, если кто-то знает, как здесь питаться, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Тут ни хрена ничего не объясняется. Интересно, что столько народу здесь делает? Тебя мучает голод. Чем слабее ты становишься от голода, тем сильнее становится зверь. Чувствуешь, как он шевелится в твоем сердце? Ты должен подкрепиться. Или ты подкрепишься, или умрешь, Кристоф. Я убью тебя, прежде чем зверь овладеет тобой. Круто, а ты объяснишь мне, как это делать? Что-то как я делаю, так что? Нет? Что? Не так ли? Возвращайся ко мне. Возвращайся ко мне. Возвращайся ко мне. Оно бывает. Ясно. О-о-о! Залетела рожа. Нормально, так и как. Только сколько нужно, Кристоф, и не больше. Смотри, его рана исчезает. Монсеньору не следует пить так много вина, а, Кристоф? Не беспокойся. Он проснется и ничего не будет знать о том, что случилось. Многим смертным нравится поцелуй тьмы. Екатерина говорит, что они с радостью подчиняются. Ясно, теперь скажи, в какую сторону мы шли. Эти силы склоняют меня к темным поступкам. Вы через каждые два шага я бы с удовольствием уничтожил всех, кто меня бесит. По дороге нельзя это сделать? Твой страх и твоя сила могут сделать из тебя зверя. Будь милосерден. Олежка. Любовь к смертному очень опасна. Я должен увидеть Олежку. Это крайне неблагоразумно. Дневной свет для тебя навсегда потерян. Но она ночью я спит. Должен ее увидеть. Хотя бы разок взглянуть на нее. Екатерина вряд ли будет с тобой довольна. Но если ты проявишь доблесть миссии, которая предстоит нам этой ночью, я отведу тебя в монастырь. Но только ты взглянешь на нее мельком, когда она будет спать. Теперь идем. У нас еще много дел. А еще ты можешь ее обратить. Выбора нет, нам в любом случае на этот золотой выбор надо. Магазин. Окей, магазин. Магаз. Погоди. Кровожадность. Безумство. Гуманность. Скажите, куда нам теперь надо? Конечно же, нам не сюда. Прикольно у него, кстати, сам светильничек. Как это можно назвать? Я надеюсь, на этот раз нас не будут никакими катсценками задерживать. Остерегайся, монастырь Петрина Хилла. Это жилище вампиров в Праге. Монахи-вампиры? Да нет, вампиры живут в подвалах под монастырем, а монахи снабжают их кровью. Только те монахи, которые служат Гаринолу, знают, кто настоящий хозяин монастыря.
Вот она, обратная сторона медали. Где тут вход, скажите мне? Ну, нафиг тут участвует. Надо было прибить одного для разнообразия. Какова наша задача? Мудрый и благородный Горинол, друг Екатерины. Мне не хочется проникать в его дом. Но Екатерина утверждает, что эти вампиры ее обокрали. Нам придется найти и вернуть драгоценный фрагмент книги Нода, книги мудрости древних каенитов. Я надеюсь, ты знаешь, где она. А зачем Горинолу нужна эта книга? Мы не знаем. А до тех пор, пока мы не узнаем это, вампиры Горинола не должны знать, что мы служим Екатерине. То есть, в принципе, здесь пока безопасно. Да? Обокрасть. Нормально. Пьет. Что мне делать? Что это за зверь с тобой? Мне нужна кровь. Не могу его выпить. Напоминает Дамзел. Да стой, что ты? Господи, не трогай монах несчастный. Господи, боже мой, все, пошли отсюда. Нафиг. Нафиг так жить. Кстати, его только отпустить, все, понеслась. Секунду, где инвентарь? Кстати, я так думаю, святая вода нам уже не пригодится. Шмоточка. Да что ж ты? Да ты издеваешься, что ли? Отпустить его уже нельзя, сразу убегает куда-то. Как его зафиксировать? Шикарно. Каппадочианы очень странные существа, Кристоф. Они пытаются понять, что такое смерть и раскрыть тайны могилы. Приготовься, их холлы охраняются живыми трупами. Тоже запах неплохо. Смерти омрачает это святое место. Это свойственно клану смерти. Это не нюхай. Чё-то у меня тут забагало. Всё, уже не забагано. Интересно, я могу ему дать предмет? Секунду. А зачем ему давать предмет? Возьми вот эту штуку. О, так у него тут целый арсенал. Что ты на голую руку-то ходишь, идиот? Свиток пробуждения. Интересно. Дай-ка ему. Окей, ладно, не давай.
стою. Чего? Я вернулся к тебе. Я и стою. Я вернулся к тебе. Интересно, ладно. Что-то он, по-моему, нашего Кристофа проткнул. Это что еще за бабёнки? Что это за зверь с тобой? Ни хрена, их тут много. Что это за зверь с тобой? Продолжаем разбираться. Я проснулся. Чисто мы сегодня еще не раз. Что это за зверь с тобой? Воскресим. Вся? Из них там ничего не попадало? Это что такое зеленое? Судя по всему, монетки. Мужло. Погоди. Я проснулся. Доброе утро. Смерть вам, мои братья Кайниты. Забвение, которое вы ищете. Так они с двух ударов вдохнут, это как вообще? Называется главное побить под нужным углом, да? Голод мучает меня, я... Что это за зверь с тобой? Что это за дурацкое махание, мне вот интересно. Что это за зверь с тобой? Куда? Стоять, сказала. Я поднялся. Я знаю, что сейчас тупо с моей стороны не пользуется ни дисциплиной, ни вообще ничего. Он просто вот такая фиг. Не разобрался в системе контроля. Разбирайся сам. Я проснулся. Крыса, а ну стоять. Что такое? Изумруды! Шикарно. Это что такое? Свиста Давида? Интересненько. Смотри, на фреске изображен Каин, любимый сын бога. Каждый ребенок знает, что повелитель сильно разозлился, когда увидел, что Каин преподнес ему зерно, и только кровь ягненка, которого принес в жертву Авель, успокоила его.
Но загадочные старые каиниты говорят, что повелитель жаждал крови и получил от Каина в качестве второго жертвоприношения кровь его брата Авеля. После этого повелитель возлюбил Каина больше, чем остальных сыновей Адама. Мальчик, он разрешил просто ему пахать землю и сказал, что он будет жить вечно. Гаринал свято верит во всю эту ересь, которая утверждает, что проклятие Каина – настоящее благо. А ты? А ты веришь во всю эту ересь? Если повелитель ко мне благоволит, то ангелы все равно об этом не скажут. Ну, бывает. Меня смущает этот картин, который тут стоит. Ну да ладно. Кровушка, точнее. Тебя уже заждался гроб. Что это за зверь с тобой? Что это за зверь с тобой? Это за зверь с тобой? Что это за зверь с тобой? Что это мой напарник в этой херне не делает? Блин, они это реально херня, а? Тебя уже заждался кровь. Реально какие-то глючные. Что-то богатые у них тут трупы. Ну и куда дальше? Браслет. У нас такой уже есть. Ха, могу одеть два. Это уйти можешь? Хорошо, хоть здесь переключаться между персонажами легко. Ну, относительно. Что-то мы как-то оба слоупки. О! Добивай давай. Да блин, протяни давай. Что происходит?
Не застревай. Это кто? А, привет. Не говорите, что здесь тоже какой-то рычаг должен быть. Я его пока не вижу. А, я оружие хотел сменить. Да, рычажочек вижу. Попасть по нему с первого раза не могу. Стой. Хотя нам уже класть, конечно, некуда. Но там вот щит лежит. Чё я так туплю? Эй, ты. Возьми это. Потом продадим. Шикарно. Хотя... Какой там продадим? О-о-о. Ты мажор, у тебя две. А, ну потому что двурукая, типа, да? Ну, ладно. Ну, возьми и потом продадим. Ну, затупил. Слушай, иди-ка сюда, заберем эти штуки. Какие-то изумруды. Положи это ему под нос. Шикарно. Забери вот эти бутылки. Может, их реально можно будет продать. Жажда наживы! Куда он там их положит? Шикарно. Ага, ясно. Сражайся настойчиво, Вильгельм. Мне это не нравится. Я делаю только то, что нужно. Но с Горинолом, вожаком Каппадочинов, я никогда не буду сражаться. Я решил устроить побоище этой ночью только потому, что Горинол и его помощник Сирена должны встретиться с принцем Праги Рудольфом Брендлом. А это значит, что их в монастыре ночью не будет. Шикарно. Ладненько, друзья мои, на этой прекрасной ноте с Ерем нашу завершим. Всем спасибо за внимание, до скорой встречи.